Я, конечно, не ожидала, что как бы, и тем более так быстро, он, когда мы встречались, он приезжал вот где-то, наверное, с неделю назад, был в Смоленске, встречался с теми, кто участвовал, значит, в дебатах, кто зарегистрировался в качестве кандидатов в праймериз. Встречался, я там с ним разговаривала, он сказал, только в июне. Позвонили чуть раньше. Но я так поняла, что еще будем встречаться. Он сказал, что вот еще раз встретимся. Посмотрим, какие результаты будут по обращениям. Ну, во всяком случае, радует, что предоставили возможность высказаться, донести свою точку зрения. Точку зрения, что мы не против парка, потому что многие почему-то считают, что мы против парка Соловьиной Рощи. Нет, мы только лишь против того, что была застройка на 9 гектарах, которые дали инвестору. Поэтому просто хотим, чтобы ему предоставили другой земельный участок, где он сможет построить жилой комплекс, и я думаю, что люди будут радоваться. А здесь просто оставить зеленые насаждения, если даже пускай там что-то они еще и сделали, мы готовы сами за свои деньги купить саженцы, если как бы Зеленстрой не в состоянии что-то делать. Мы сделаем, лучше пускай будут деревья сидеть, чем будет пыль, мы будем пыль глотать здесь. Просто другого нету здесь, зеленого массива.